А коричневый. А это одинокий опенок. Посмотрите-ка на это чудо. Где-то там еще. И это целый ряд маслят. Они мне редко попадаются как-то. И они часто бывают червивыми бывают. Над рекой туман повис. В небе звезд мерцание. Я прошу, любовь, вернись. А в ответ молчание. Не, я тихо-тихо говорю, потому что там где-то компания гуляла. Сейчас что-то затихло. Туман такой в лесу. Классно. А здесь один бегал с металлоискателем не так давно. Ну, что-то он какие-то монеты только находил. Разве что он признается, что клад нашел. Ну, большой, да. Червивый. Вот такой лес. И даже птицы нас не боятся. И компанию. Грибы и грибники. Вот такой туман, туман, туман. Но уже поздний вечер. Около 5 часов вечера. Ну, здесь кострище первобытных людей. Туристу мы здесь тоже как-то гуляли. Сейчас я нашла вот что. После этих маслят это мне подарок. На людном месте вдруг такое вымахало. Ого-го! 3 богатыря. Белые грибы. О, красавчики. Ну, они здесь вот купили, но их не заметили. Сыроежку разломали, а те и не заметили. Но, наверное, для врагов, как говорит моя знакомая по интернету. Далеко от боровиков вот лисички попались. А очень даже, а, боровичок маленький. Это не масленок, это мокруха. Это, видимо, хороший гриб. Махивает на белый. Лучше их не трогать и не будем. Вот она, молодая. Мухомор бледный. Что-то я здесь их не встречала, белых грибов. А они растут и растут себе. Вот это очень красиво. Только уже темно. В лесу темнеет. Дождь. С самого утра идет. Потом он закончился, пока мы ехали по делам. А сейчас вот такая красота в лесу растет. Прелесть. И в таких местах, где их раньше и не было вовсе. Опять закончу этой красотой. Все, пока-пока. До встречи.